Познакомиться с закулисьем телекомпании и узнать, что же находится за кадром, интересно многим. Не только взрослые, но и дети хотят узнать о мире телевидения больше. Посмотреть на внутреннюю кухню профессии удалось первоклашкам из Курганской гимназии номер 47. Познавательную экскурсию для детей провели специалисты информационного агентства «Курган.ру». Юным умам рассказали о всех тонкостях и особенностях работы в этой сфере. Также ребятам продемонстрировали виртуальную комнату, где снимают новости и прогноз погоды. И даже дали попробовать себя в роли ведущих. Детей познакомили с работой корреспондентов и режиссера. Такое введение специально для младшеклассников проходит в рамках недели науки. В течение этого времени ребятам стараются показать основы разнообразных профессий и специальностей. Сейчас у нас идет неделя науки. И мы ходим в разные музеи, библиотеки. А вот к вам это действительно удача, мы пришли. И действительно очень интересно. И даже в целях профориентации, может быть, кто-то кому-то очень западет в душу, и действительно они захотят прийти работать, именно связано с созданием передач. Информационное агентство «Курган.ру» помогло ребятам приоткрыть тайну того, что остается за кадром, и заинтересовать будущее поколение этой творческой профессией. Василий Сысуев, Вадим Бутаков, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру».